Здравствуйте! В эфире передача «Универ Кафе». У нас в гостях студентка Казанского федерального университета, победитель проекта «Голос» Дина Гарипова. Дина, здравствуйте! Здравствуйте! Прежде чем мы напомним зрителям историю вашего успеха, хотелось бы, чтобы вы объявили новости Казанского федерального университета. Называются они «Универ Дайджест». Мы представляем вашему вниманию «Универ Дайджест». В начале этого года студентки Казанского федерального университета побывали в загадочном Непале. А отправились они туда для участия в международном проекте «Построение дружбы с помощью духовной службы». Во время пребывания в этой экзотической стране они посетили не только различные семинары и мастер-классы, но и успели насладиться природой и красотами этого уголка Земли. Будучи заведующим кафедрой религиоведения КФУ, ученый и писатель Ренат Ирикович Бекин подготовил к изданию черновой вариант перевода Корана профессором ГИМО Бетси Шитвар, которая скончалась в 1993 году и не успела завершить начатое. Сейчас книга полностью готова и скоро появится на прилавках, а студенты КФУ могут познакомиться с ней в университете. Дина, безусловно, за вашим участием в проекте «Голос» следила вся страна и весь наш Казанский федеральный университет. И поэтому даже нет необходимости вас представлять. Скажите, вы привыкли уже к постоянному пристальному вниманию со стороны видеокамер? Честно говоря, до сих пор не могу привыкнуть к этому. Я всегда как-то старалась, не знаю, находиться в тишине, что ли. У меня были, конечно, концерты, и я... привыкла к сцене более или менее, потому что я с самого детства на ней практически нахожусь. Но вот сейчас столько внимания ко мне, это пока очень непривычно, но и в то же время очень приятно, конечно. Честно говоря, мы тоже немножко за вами понаблюдали, и наш корреспондент сделал о вас сюжет. Давайте посмотрим его вместе. Давайте. Еще полгода назад студентка Казанского университета Дина Гарипова и подумать не могла о кардинальных переменах в ее жизни. Она жила обычной студенческой жизнью, училась на пятом курсе факультета журналистики и социологии, работала корреспондентом. Но победа в телевизионном проекте совершенно изменила ее жизнь. За этот проект я много чему научилась. Я должна сказать, что я стала намного сильнее за это время. Я, хоть и у меня есть какой-то опыт вот именно конкурсов, каких-то переживаний, вот эти нервного такого состояния, я вроде как думала, что я умею быстро взять себя в руки, но когда я пришла туда и почувствовала, что повсюду камеры, повсюду люди такие известные, публичные, которые профессионалы своего дела, мне стало так страшно. Я старалась как-то сдержать свои эмоции, собраться, и вот именно от этапа к этапу я научилась держать себя в руках, я научилась быть сильной. Дина очаровала всю Россию своим ярким, запоминающимся голосом. Открытость и искренность заворожила миллионы зрителей. Прощай, любите, не обязуйся. С ума схожу или восхожу. Дина занимается вокалом 6 лет. Раньше это было просто хобби. Сейчас же для нее открылись большие горизонты. Нежная, не похожая ни на одну из певиц, последние секунды слепого прослушивания покорила народного артиста России Александра Градского. У меня все внутри перевернулось, и я подумала, неужели я стала частью вот этого, неужели теперь мне предстоит вот побывать в этом проекте, поучаствовать, и прямо, не знаю, у меня переполняли на тот момент эмоции, я настолько боялась, что никто не повернется тоже. Ну, очень счастливый момент. Это, наверное, на всю жизнь запоминается. В финал прошли две представительницы Республики Татарстан. За звание быть лучшим голосом страны вместе с Диной Гариповой боролась Эльмира Калимуллина. Однако в пользу Дины проголосовало большинство – 66%. За участием юной девушки в телепроекте «Голос» следила вся страна. Татарстанцы с особенным трепетом наблюдали за каждым выпуском телепроекта. А родной университет отправил не одну тысячу смс в ее поддержку. Вообще поддерживали. Это потрясающий успех. У Дины удивительно красивый голос. Это голос, который
обладает некой чудодейственной энергетической силой. Это тот уникальный случай, когда можно сказать человеку спасибо за то, что ты испытываешь гордость за свою малую родину. Скромная, застенчивая, добрая – вот так говорят студенты о своей одногруппнице. Они уверены, что популярность ничуть ее не изменит. Звездной болезни я сомневаюсь, что Дина вообще будет подвержена, потому что она настолько простой человек, она, как бы с нами. Дина – творческий человек, не творческие люди на журфаке не учатся. Для Дины проект «Голос» – это шанс стать звездой мирового масштаба, заключить договор на 5 лет с самой известной компанией по раскрутке певцов «Universal». Дина утверждает, что нет ничего невозможного, ведь чудеса происходят наяву. В достижении чего-то талант играет немаловажную роль, но это все-таки не основная роль. Если ты будешь работать, самореализовываться, то тогда все получится. Главное – верить. Алина Хангареева, Ленардо Влетьяров, Алексей Натюк. Специально для «Универньюз». Дина, ваша история похожа на сказку о Золушке. Как вы ощущаете себя в роли победителя конкурса «Голос»? И как и когда к вам пришло это осознание? Это осознание, по-моему, до сих пор ко мне еще не пришло, потому что это действительно получилась какая-то сказочная история. Я полгода назад, наверное, и подумать не могла, что у меня жизнь вот настолько изменится. И сейчас я просто счастлива на самом деле, потому что начинают сбываться как мои мечты детские. Я с самого детства мечтала стать певицей, и вот сейчас это, наверное, мой первый шаг, моя первая победа, я надеюсь. И в дальнейшем буду стараться только идти вперед и дальше. А вы принимали участие в различных музыкальных конкурсах до этого проекта. Как они вам помогли в участии именно в проекте «Голос»? Каждый конкурс в себе заключает какие-то свои эмоции, свои переживания. И вот пережив именно это, теперь я знаю и чувствую намного больше. И вот когда я была на «Голосе», мне очень помогал опыт прошлых конкурсов тем, что я могла вовремя собраться, сделать вот эти первые шаги решительные и просто не растеряться, наверное, в самые такие волнительные моменты. Мы все внимательно следили за проектом «Голос». Расскажите, что происходило от этапа к этапу? Как накалялись страсти? С каждым этапом становилось все интереснее и интереснее. Конечно, первый этап был самым сказочным, я бы сказала, потому что это самое начало, и вот только-только поворот Александра Градского в мою сторону в конце песни. У меня до сих пор, я вспоминаю, и у меня начинает сердце колотиться просто с бешеной скоростью. И, конечно, в дальнейшем, вот когда я уже почувствовала, что вот мы, 48 человек, стали участниками такого проекта, мы еще подумать не могли, что на самом деле этот проект станет настолько популярным. И сейчас, вот вспоминая то, как шли эти этапы, самые такие волнительные были, наверное, прямые эфиры, когда начались у нас. Я просто никогда в жизни не работала в прямом эфире. И когда ты чувствуешь, что не только люди в зале, но и через камеру тебя видит вся Россия, это непередаваемо на самом деле. Это просто какое-то чудесное состояние, и хочется как-то вот каждую эмоцию постараться передать не только зрителю, но и зрителю через телевизор. То есть не только тому, кто сидит в зале, но и тому, кто смотрит на тебя через экран. Это просто чудесное ощущение. А возвращаясь к отборочному туру, были ли страхи, сомнения, что никто из членов жюри вообще не повернется? Ну, конечно, да. Изначально кто же угадает, как все сложится? И я была готова ко всему, даже если бы никто не повернулся, то я просто услышала бы мнение профессиональных членов жюри, профессиональных музыкантов, и они, возможно, смогли бы мне подсказать хотя бы, что исправить, что было не так, и что, наоборот, звучит хорошо. Поэтому Александр Борисович просто меня спас, наверное. А если бы повернулись все члены жюри к вам, кого бы вы выбрали? Достаточно часто мне задают этот вопрос. Но я всем однозначно могу сказать, что я в любом случае пошла бы к Александру Градскому, и сейчас я уже убеждаюсь в том, что я бы не ошиблась, потому что вот именно с ним мы нашли какое-то общее понимание музыки, что ли, вот, не знаю, духовно как-то мы с ним вот смогли сработаться именно, удобно было, комфортно с ним общаться, он всегда понимал то, что я хочу как бы вот исполнять, и я всегда понимала, почему он дает мне те или иные песни. И действительно, это гениальный человек, очень талантливый. Я безумно рада, что мне удалось с ним поработать. Безусловно, на ваш успех в проекте повлиял и выбор песен. Как подбирался репертуар? Репертуар подбирался совместно с наставником. Конечно, первые этапы в основном
он предлагал композиции. Но постепенно мы начали, как-то он нам дал свободу выбора. Он сказал, присылайте мне песни, которые вы хотели бы исполнить в дальнейшем, возможно, и будем рассматривать уже подходящие варианты. Поэтому мы выбирали песни вместе. Иногда это был мой выбор, иногда это был его выбор. Как-то все вот так складывалось, но мы всегда приходили к общему знаменателю. Авторы проекта «Голос» говорили российским продюсерам, что сам рейтинг этого проекта, он высок только на этапе отборочных туров, и дальше рейтинг падает. У нас в стране получилось все совершенно по-другому, и рейтинг повысился уже к последним этапам. Как вы можете это объяснить? Ну, сложно на самом деле это объяснить. И мы тоже очень удивились, что вот у нас получилось вообще... «Голос» проходил в 50 странах, по-моему, даже, может быть, больше. Но Россия — единственная страна, где рейтинг начал повышаться только к концу передачи. Видимо, у нас, может быть, менталитет такой в России, что начинают вот больше и больше любить и болеть за тех, кто им понравился, слепых прослушиваний, и следить как-то вот за дальнейшим их творчеством. Может быть, в этом причина. За что им очень большое спасибо. И очень приятно вообще, что люди действительно настолько переживали, болели за нас. И вот такие рейтинги доказывают, что действительно люди смотрят. А какие этапы показались вам наиболее сложными, через которые было сложно пройти? Каждый этап сложен по-своему. И выделить один вряд ли я смогу. Но мне сложно было, например, очень во время вот наших битв. Потому что вот только-только мы набрались, вот эти 12 человек в каждой команде, мы начали дружить, общаться и начали создавать дуэты. И после того, как мы вот столько времени работали вместе, репетировали, собирались там и отдыхали, гуляли вместе. И когда ты выходишь на сцену и понимаешь, что пройдет только один из нас, это было очень тяжело, и было очень сложно радоваться как бы вот своему проходу в следующий этап, потому что ты знаешь, что человек, с которым ты только что пел, с которым подружился, что он как бы дальше не проходит. Это было очень грустно, конечно, но конкурс есть конкурс, и слава богу, те люди, которые уходили как бы раньше с проекта, они продолжали нас поддерживать, не было никаких обид, за что им огромное спасибо, и мы до сих пор продолжаем общаться. В финал конкурса вышли две участницы, вы обе из Татарстана. Был ли какой-либо дух соревновательности? Нет, абсолютно. Мы с Эльмирой называем друг друга единомышленниками. И поэтому то, что мы обе вышли в финал, это, конечно, очень символично, очень приятно. Но у нас не было абсолютно такого, какого-то конкуренции какой-то. Мы дружим, мы общаемся. Каблуки друг другу не пилили. Нет, нет, ничего друг другу не пилили, слава богу. Мы сейчас тоже видимся часто, и нас вот в Татарстане тоже очень часто вдвоем приглашают и на интервью, и на какие-то встречи правительственного масштаба, то есть там у нас поздравляли. Ну и абсолютно так спокойное, дружественное общение у нас. Я вижу, что на вас сегодня красуется такая замечательная медаль. Можете да. рассказать, что это? Да, когда у нас закончился финал, я просто... До сих пор вспоминаю, и меня переполняют эмоции, потому что нам позвонил президент Республики Татарстан, поздравил нас с победой, с тем, что мы дошли до финала. Это было очень приятно. И на следующий день буквально нам пришло сообщение о том, что вот подписан указ о том, что нам с Эльмирой вручают звание заслуженных артистов Татарстана. Это просто непередаваемо. Я начала прыгать просто по комнате от радости. Меня переполняло все. Я не знала вообще, как реагировать. Я думала, может быть, это какой-то розыгрыш. Но это на самом деле правда. И вот буквально недавно мне вручили вот эту медаль. Было торжественное у нас такое вручение. Мы общались с президентом, он нас поздравлял. Это просто чудо какое-то на самом деле. Очень хочется теперь, чтобы эта медаль как-то стала началом нашего дальнейшего развития. А как вас встречали здесь, в Татарстане и в Казанском федеральном университете? О, в университете. Я появилась тут, конечно, только на сессии, ну, поскольку были каникулы до этого. В Татарстане вообще меня встретили очень здорово. Меня встретили прямо буквально вот с выхода моего, с первого шага в Казань. Просто они предложили отвезти меня домой, на что я любезно согласилась.
И меня ожидал сюрприз, как оказалось, на стеле нашего города. Там меня ждали мои друзья, мои родные, очень много людей, с которыми я работала когда-то. Я вообще даже представить себе не могла. Мне, конечно, говорили, что там тебя встретят, но я подумала, что просто встретят и отвезут домой. Просто это было 31 декабря, и я настолько хотела уже просто попасть домой и увидеться с папой, потому что он не мог приезжать ко мне на эфиры мои. Ой, но... Вот эта вот картина, как я подъезжаю к Стелле, люди стоят шарами, плакатами, это так здорово, так приятно. И, конечно, когда я зашла в университет, тоже меня уже ждали ваши, кстати, журналисты. Очень приятно было увидеть, что у нас теперь журналистика поднимается, что теперь уже так наши даже начинающие курсы, первый-второй курс, они работают, и причем так хорошо работают. Меня прям гордость взяла за то, причем что наши... Причем в университете. Да, прямо в университете. Очень приятно, что вот так встретили. Одногруппники, конечно, меня тоже уже очень ждали с вопросами, с допросами. Ой, мы очень долго общались. Это все было очень весело. Я теперь уже тоже опять успела по ним соскучиться, потому что очень редко появляюсь в университете. А верится, что это все наяву, или иногда хочется себя ущипнуть? Проснуться. Хочется. Вот я не знаю, не осознала до конца вообще, что произошло еще. Не знаю, когда до меня дойдет уже эта мысль до конца. Но пока я просто знаю, что рядом со мной друзья, что они меня всегда поддержат, что они мне всегда помогут. И я буду двигаться дальше. Дина, для большинства зрителей вы теперь популярная певица, но для нас вы все-таки остаетесь студенткой Казанского федерального университета, плюс к этому студенткой Института массовых коммуникаций и социальных наук. Скажите, пожалуйста, как произошел выбор именно этой специальности и профессии? Кто повлиял на ваш выбор? На этот выбор повлияло, даже сложно назвать имя, кто же повлиял на этот выбор. Просто когда я училась в школе, я начала ходить в такую газету «Подсолнух», это в «Зеленодольской правде» у нас, потому что я родом оттуда и живу там сейчас до сих пор. Эта газета помогла мне понять то, что мне интересно именно писать, описывать какие-то истории, описывать какие-то мероприятия. И когда я начала вот как-то приносить туда свои работы, свои статьи, репортажи, меня настолько это все как-то затянуло, и я подумала, а почему бы не попробовать? В конце концов, можно работать журналистом и в музыкальной сфере, если уж как-то, смотря как сложится судьба, в общем. Поэтому я не жалею, что я поступила на журфак на наш, и я закончу обязательно, постараюсь закончить его хорошо. А время будете находить на учебу? Я пытаюсь, конечно, найти время, но, честно признаюсь, пока я не особо с этим успеваю. Но, слава богу, спасибо преподавателям, декану, руководству, то, что они с пониманием относятся к тому, что сейчас в моей жизни вот такие перемены, и идут ко мне навстречу, конечно, и дают немножечко времени, чтобы я успела все сдать. То есть выбор все-таки будущей профессии еще пока стоит. Вы выбираете или как-то пытаетесь это совмещать? Ну, никто не знает, как все сложится дальше. Естественно, мне хочется продолжать петь, потому что сцена — это, наверное, место, на котором я почти родилась. Если на нее один раз выходишь, тем более еще в детстве, к этому очень привыкаешь. И вот сейчас я сложно представляю себе вообще свою жизнь без вот выступлений, без песен, без музыки. Но в то же время и журналистику, конечно, бросать не хочется. Ну, кто знает, может быть, я в дальнейшем смогу как-то это совместить и, может, вести какую-то музыкальную передачу или же быть каким-нибудь музыкальным критиком. Надо выше брать, чем музыкальная передача, учитывая ваш успех. Ну, кто знает. Ну, будем стараться. Почему именно Казанский федеральный университет? Почему выбрали именно его для учебы? Даже не знаю. У меня как-то сразу почему-то мысль только вот о КГУ шла, но он тогда был еще КГУ. Я тоже, конечно, подавала заявки в театральные училища Москвы, музыкальные училища, но вот с театральными, конечно, московскими у меня, к сожалению, не получилось, но хотя сейчас я думаю, что они, это тоже, наверное, не зря. Теперь. Ну почему же? Ну нет, это, наверное, моя вина была, может быть, я просто недостаточно была подготовлена к тому моменту. И следующей как бы мысли у меня было то, что на журналистику я тоже изначально подавала заявку, точнее вот анкету, там я уже не помню, как это все поступало, сдавала ЕГЭ, вступительные экзамены сюда, и
Ну, до сих пор не разочарована своим выбором. Мне очень нравится здесь, я как-то другие институты, я, конечно, думала, но почему-то вот больше склонялась именно сюда. Обычно студенты участвуют в различных конкурсах, фестивалях, в студенческой весне. Вы участвовали? Да, но я просто еще заочница, и за счет этого я не так часто появлялась в университете, то есть мы приезжали только на сессии в основном, ну и там, может, в библиотеку, как-то так. Поэтому не особо успевала следить за жизнью студенческой, вот именно творческой. Но я участвовала в студвесне, но, к сожалению, почему-то я туда ни разу не проходила. Я не знаю, может, просто я как-то песни неправильно подбирала. Ну, так вот получилось, что как бы вот на журналистской студвесне вот я проходила, а дальше что-то у меня не получалось. А если теперь вас пригласят вдруг поучаствовать в студенческой весне, согласитесь? Я подумаю. Теперь же вы подумаете. Нет, ну почему? Я бы с радостью, конечно, пошла, но просто я сейчас боюсь, что я просто не успею. Там, потому что все равно нужна подготовка, нужно время, нужно готовить какой-то материал. А вот так просто с лету, как говорится, я, наверное, не решилась бы. Вы сейчас оканчиваете университет. Что дала вам учеба в Казанском федеральном университете? У нас прекрасные педагоги вообще на курсе. Мне безумно нравятся вообще все лекции, на которые я ходила. Это все настолько интересно. И даже если взять предметы даже русского языка, которые вроде как мы изучаем в школе с самого начала, но здесь все настолько по-новому, я для себя очень много нового открыла. И вообще как-то и кругозор расширяется. И время необычно вот читать литературу тоже не всегда находится, а тут вроде как нам дают и список, то есть ты знаешь самые легендарные вещи, которые нужно знать, нужно читать, и сейчас ты волей-неволей начинаешь себя сначала, может быть, даже заставлять иногда читать книги, но потом это как-то входит в привычку, и теперь у меня практически всегда с собой какие-то книжки из списка литературы, которые мне тоже задают, поэтому мне вот нравится, мне нравится то, что я могу просто как-то развиваться, наверное, вот внутренне. Мы знаем, что помимо учебы вы еще и работали. Расскажите, пожалуйста, где вы работали и что вам лично принес практический опыт? У меня было столько мест работы, что я даже сейчас, наверное, всего не вспомню. Я просто после школы искала себе место работы и работала, конечно, внештатным журналистами. Была в зеленодольских газетах, в казанских некоторых газетах. Также недолго поработала на телевидении, на ТНВ. Но дольше всего, наверное, я задержалась, будучи педагогом вокала с детьми в Центре детского творчества. Это сначала было у нас в Зеленодольске. И после этого я перешла в Казань, во Дворец культуры и юности. Там тоже у нас был такой театральный кружок, и я там занималась как раз музыкой. Так что работа у меня была абсолютно разная. Я как-то себя пробовала в разных жанрах, отраслях. Сейчас я полностью вот погрузилась в проект, и как проект закончился, теперь я думаю немножко вот в таком подвешенном состоянии. Я не знаю пока, что будет дальше. Будем стараться. Обычно очень тяжело совмещать работу и учебу. У вас плюс ко всему еще были занятия музыкой. Каким образом вам это удавалось? Не знаю. Наверное, просто какая-то должна быть безумная любовь к тому, что ты делаешь. И если есть вот это рвение, то время находится само. Любая работа спорится лучше, когда есть поддержка близких людей. Скажите, пожалуйста, как вас ваши близкие, родные, друзья поддерживают и поддерживали на протяжении проекта? Мои друзья и родные — это, конечно, самая моя такая постоянная поддержка в течение всей моей жизни. Естественно, мама, папа, мой брат, они всегда находились рядом. Если они не могли вот приезжать ко мне на проект, то мы обязательно с ними там перезванивались, они, естественно, переживали, волновались за меня, болели. Ну и на финал, и не только на финал, они все-таки смогли ко мне приехать, поддержать. Друзья тоже приезжали, тоже мне звонили, писали в интернете, мы там созванивались в скайпах. То есть настолько вот это все, я чувствовала вот эту поддержку, которая шла вот у меня практически из дома, что безумно приятно, что есть вообще такие люди, которые так поддерживают. Какое место в вашей жизни занимала музыка до и теперь уже после проекта «Голос»? Музыка всегда занимала в моей жизни очень значительное такое место, потому что
С самого детства, лет с 6, по-моему, как раз я начала ходить вот в музыкальный кружок на тот момент. И настолько я к этому привыкла, и там я нашла своих друзей, с которыми сейчас до сих пор общаюсь. Получается, что мы уже около 15 лет знакомы. То есть это вот самые мои близкие и родные. Я не представляю вообще, как вот сейчас там расстаться с музыкой. Я надеюсь, что мне не придется как-то ее покидать. Не надо ни в коем случае. У вас чудесный голос. Спасибо. Можете рассказать, как вы начали заниматься музыкой? Да, я начала заниматься музыкой вот как раз-таки в 6 лет примерно. Вслед за моим братом старшим, он у меня тоже пел. И мы начали ездить с коллективом по концертам, по конкурсам. Это меня очень, конечно, тоже закаляло. У нас было очень много выездов, причем мы даже ездили за границу. А когда ты еще ребенок, это такие эмоции. Впечатление. Да, впечатление просто море. Мама, конечно, очень переживала и до сих пор переживает, естественно, потому что родители, наверное, работа у них такая, волноваться за нас. Но я надеюсь, что мы их только радуем. А расскажите, пожалуйста, о ваших педагогах и учителях, которые вас обучали. Я вообще считаю, что каждый человек, который встречается, это такой своеобразный учитель, потому что все встречаются вовремя. Мой первый педагог вокала, вот как раз в коллективе, в котором я занималась, Елена Лемарковна Антонова, она очень многое мне дала. Она вот дала мне самую базу, ту, которую нужно было знать, то есть там правильное дыхание, постановка голоса. И именно она во мне увидела вот то, что можно было развивать. Ей, конечно, огромное спасибо за это. В дальнейшем, ну, я практически всю жизнь вот до окончания школы занималась в этом коллективе. Потом уж как-то после окончания времени стало меньше, выросли. Поступила в университет, начала заниматься дальше. Но и тоже следующим, наверное, моим своеобразным наставником стал Габдульфат Сафин, с которым мы начали ездить по гастролям где-то около года, может быть, двух. Мы с ним тоже вот после конкурса «Созвездие» он пригласил меня к себе на гастроли, так что я выступала на его концерте. Это колоссальный здорово. Опыт, наверное. Это да, это вот сразу дало мне понять, вообще готова ли я вот к этой разъездной жизни, потому что гастроли — это, оказывается, очень тяжело. Мы все время находились в пути, все время в автобусах или поездах, но это очень здорово. Я поняла, что вот эта усталость, она мне только нравится, наверное, приятная усталость такая была. Ну и, конечно же, Александр Градский, мой вот тоже наставник, он тоже многому меня научил, и я надеюсь, еще сможет подсказать и помочь мне в дальнейшем. Хотелось бы, чтобы вы рассказали нам о своих планах, поделились не только планами, но еще и мечтами. Что, как вы думаете, вас ждет впереди, чего бы хотелось? Ну, я боюсь планировать как-то далеко вперед, но, конечно, хочется, чтобы просто получалось задуманное. Хотелось бы, конечно, сказать большое спасибо всем тем, кто за меня голосовал. И это и родной город Зеленодольск, и Татарстан, и многие города России. Мне писали даже из-за рубежа. Я уже тоже не раз об этом, конечно, говорила. Но просто настолько было приятно то, что люди снова вернулись к телевизорам, снова смотрели, переживали и болели. Очень хочется вас не разочаровать. Я надеюсь, что я все-таки смогу удержать эту планку и оправдать то, что вы отдавали за меня свои голоса. Это очень приятно. Спасибо. По итогам самого проекта «Голос» вы заключаете контракт. Что по итогам контракта вас ждет? Это секрет или все-таки вы можете приоткрыть нам завесу тайны? Это пока не то чтобы секрет, это пока не совсем точная информация, наверное, будет, потому что сейчас все находится в фазе обсуждения. И пока это все не устаканится вот в одно единое целое, то, наверное, рано что-то рассказывать. То есть пока где в ближайшее время мы увидим Дину Гарипову, мы не узнаем? Ну, пока нет, наверное. Я пока сама не знаю, где меня можно будет увидеть. Что вы можете пожелать студентам Казанского федерального университета и в целом нашим зрителям? Хочется пожелать вам больше веры в себя, веры во Всевышнего, потому что он всегда поможет, если действительно ты к чему-то стремишься. Хочется, чтобы у вас все получалось задуманное. Успехов, удачи, продвижения. И верьте в себя. С вами были Рима Зайнетдинова и Дина Гарипова, студентка Казанского федерального университета, победитель проекта «Голос». Дина, в завершении передачи хотелось бы посмотреть фрагмент вашего выступления. Давайте посмотрим.
regret de rien.